Акуна Матата, всем, кто смотрит данное видео вместе со мной, с вами Пумба. Давайте эту фразу запишем на реплей, мне она уже надоела. Серьезно. Давайте двигаться дальше, все, 10 уровень. Вы сейчас офигеете от моего состава, потому что... Да, кстати, и у нас Норленд, Северная Земля. Против нас тут выступают Каннибал, Индиана Джонс, Усоп, Пэкман. Ему добавили это... Пип-пип-пип-пип-пип, который пожирает. Опять тут из игры, я не помню, как его. Солид Снейп, Хала, Уфи и Зорро. Да-да-да-да-да-да-да-да. Все, и вот эти кухи, я не знаю. Так, двигаемся дальше, ладно. Это One Piece, да, вот Луфи, Зоро, это сразу его зовут. Эп! Робин, с тобой все нормально. Ты как бы на воздухе, по-моему, стоишь, нет? Как тебе пофиг? Ну ладно, как бы, пусть так. Все нормально, вы ничего не видели. Ну что ж, давайте первым делом сразиться с этим белобрысиком тогда и этим... Усопом. Ну не нравится мне этот белобрысик? Он еще и курит, а? Ну погодите, а, гад. Знаешь, я тебе куда сейчас сигарет запихаю? Смотри. Усопа. 70. У меня, кстати, у кого-то уже за 50 жизней зашкаливает, офигеть. Это все, что вы смогли, ребята. Да, Белобрысь всегда так себе посидит. Усоп-то еще показал, что может. А вот Белобрысь-то что-то, по-моему, ничего не показал. Так, ну там сундук, давайте возьмем сундук. Вау-вау-вау! Было неожиданно. Ну, фиолетовый рыбу. Так, ну там Луфи. А чем я подпрыгнул? Там Луфи! Мне нужен Мугивара! Хала! Мне нужен Хала! Хрен с ним мне с Луфи! Мне нужен Хала! Вдруг он что-нибудь классный какой-нибудь? Что-нибудь нужное для этого уровня? Но самое интересное, все, что нужно для этого уровня, на других уровнях, не на этом! Чего ты охренел? Фига, Луфи! А, я не допрыгну, да? Ну да, он собрался. Надо обход где-то искать. На кого мы там сейчас нападем? На рыбу! Мы напали на рыбу. На рыбий след. Как видите, у нас в команде есть. У нас есть команда. У нас есть в команде Бэтмен. Но я надел на него вот отсюда, наконец-то я нашел на кого надеть. Ну, я узнал, в смысле, наконец-то и надел. Давайте лотерейный билет выберем. Так, это Индиана Джонс. Росомаха! Его тут нету, но уже есть. И Капитан Нажерика. Я так хотел, чтобы Капитан Америка выпал, но я. Что я дважды надел? Что я сделал сейчас? Я не буду ничего делать. Ну ладно, давайте пошли дальше. Драться. Опять на воздухе, да и хрен с ним. Мне нравится, как они бегают по воздуху определенно. Так, ладно, сейчас опять белобрысик. Кто такой вообще? Иди кури в сторону отсюда, У нас, как бы, не курящий канал. У нас вечно, знаете, когда мы ходим по улице с Тимоном, с Налой, идем по улице, и к нам подходит такой человек, говорит, у него в руках сигарета и зажигалка, говорит, не найдет сигарету, мы говорим, нет, у тебя есть, он говорит, ну ладно, а зажигалка, говорит, нет, покажу у тебя как бы есть. Он, ну ладно, берите сюда, если надо, говорит, нет, да, серьезно, и расходимся. Все. А, так, белобрысик у меня есть, у меня, да? Черт, ну все, это беде. Эх, ладно, не будет. Черт. Не успел подпрыгнуть, нажимаю как-то, ну блин, тогда мы увидим уже когда в упор. Так, на... не пойдем мы на Луфи сейчас. Из-за того, что вынырнул бы там снизу. Это Пэкман сверху! Отлично! Давайте Хала втащим. Хала в хлеб. Ала. Опять я не допрыгну тех красных рыб, они не допрыгнули. Я так люблю красную рыбу есть на завтрак, я попрыгну туда в время полдника. Ем красную рыбу вообще во время полдника, беру красную рыбу, окна ем. В краске макаю красную рыбу. Мне очень нравится, попробуй. Вкусная красная рыба. Можете взять другую краску, если нет красной. Как бы можно синюю рыбу, да любую, у меня просто нала вдоль, как краски много, как я каждый день разных цветов и ем. Это искусство, как бы. Это рыбуство, я бы сказал. Так, ладно. Погнали еще раз. Я не помню, мы вроде... там, даже если мы затащили белобрыска, то у нас этот... остался этот, скажите. Усоп на заднем плане, у него три шмотки, поэтому... давайте затащим белобрыска. И... Усоп. А Усоп, кстати, это One Piece. Я понимаю, этот чувак тоже из One Piece, но, наверное, незаметный. А, я понял, это, короче, этот... Скажите, на одном из островов они нашли, короче, пацана, который был очень несимпотный, и ему морду избили, и он стал более-менее симпатичный. Вот это он, точно, да-да-да, я не помню, почему. Дайте мне вспомнить. Ладно, мы сейчас забьем Хала. Получим Хала. О, я успел. Получим Хала. И пойдем на Луфи. Я получил Луфи, и...
Я не буду говорить голосом Рарного Зора, потому что вы опять послушаете, будет игривый. Потому что я в ускоренном видении, но не так говорю. Поэтому просто, и у меня будет Рарного Зора, да. Так, сколько мы скелетов получаем? 12. Отлично. Давай, Хава. Недолго тебе осталось. Как и моему, тоже мне нравится. Родный, да, с одного удара просто. Единственное, визор какой-то. Бомбермена у тебя нет. А, нет, есть. Кстати, у меня в команде два бомбермена. Один больше другого. Не знаю, как бомбермен ходит с этим киллером за него, реально. У этого такая граната, я не знаю. А если сорвется? А если взорвется? Так, все. Ну давайте посмотрим. Кок? Не, смотри, какой-то кок. Коки не понял. Так, это у нас. О, раскрывает замки. Это у нас совместный бомбермен, кстати, он, наверное. Да, он сильнее. Добро пожаловать в команду. Лугун. Почему тут лугун? Да. Ну, сейчас посмотрим, что к нему подойдет. Нет, ничего не подойдет, обычно. Да, давайте ему дадим патент, твой дэн. Так, ты у нас, кок, извини, у нас тебе место хватит. Ну и столько за место. Ну вот ты вообще слабже его, жесть, как. А он что сделает? Добавил треку. Все тоже место хватит. Нет, извини. Потому что он ждет всех. Мы бегаем сейчас с Солженцом. Солженец! Ну что ж, на Луфи! Вы готовы? Так, точно, капитан. О, а может здесь есть Губка Боб? Это будет нереально круто. Но только покуда... Значит, тогда это будет не круто. Так, вот там замок, да, я понял, мы сейчас убьем. Каннибала. Оп, все, подпрыгнули. Я ждал просто этого момента, я специально тамил до самого конца. Я думал, вдруг вы засомневаетесь сейчас на гель. Боже, не сможет тут забраться вверх. Замолчал, чтобы задать интригу. Но справился, да, я сделал это. Мы подпрыгнем опять вверх. И продвигаемся к Индиане Джонсу, на котором у меня есть шляпа. А, вот от кого я получил эти мечи-то. Чтобы обрести, ну ладно, да. Мне нравится, да. Я понимаю, что... А, я сейчас получу ключ. Да. И чего он мне дает? А, портал он запрыгнет благодаря этому ключу. Да. Да. А вы что думали? Думали, я не понял это? Правильно, думали. Зашибись, у нас такая команда. Чувак, который стреляет из рогатки, чувак, который стреляет из рогатки, чувак, который стреляет... А, нет, врага. А где Супермен тогда? Где Пакман, там Супермен, по-моему. Мы теперь для Супермена новое обличие придумали. Пакман, счастливо. Я знал. И здесь я знал. Банально. Ладно. Сори, Снейп. Но мы должны принести, но я надеюсь. Пакман, ты как бы, давай ты как бы спокойненько, веди себя. Вот здесь есть какой-то лучший, вот неожиданно. Нет, не неожиданно, ладно, все нормально. И мы нашли Gold Ticket. На этом. Я пока тут нос чесал, меня убили. Ну, в принципе, мне не важно, я самое главное сделал. Хава. Так, ну пошли, по-моему, втащим этому. Пакману. Что ли? Нас двое, мы, в принципе, должны затащить. Пакмана может только вдвоем тащить, там просто такое есть вещь. В общем, Пакмана убиваем только убьем. Пакмана убить можно только до 25. Значит, справиться. Ну это так, да. Через игры. Нифига себе, Пакман! 111. Давайте еще тогда заход соберем. Сходим на Луфи, да, я покажу вам Луфи, и, в принципе, все на это, да? Дальше я буду за кадром добирать 100%. А, черт, ну мне перед этим придется садиться с Белобрысиком и Утопом, который уже есть в моей команде. Нормально. Недавно, теперь у меня 12 метров сейчас мере. А еще вопрос города побольше. Интересно, я упаду, нет? Вот. Просто эксперимент, я не знаю, я прыгаю. Нет, не упаду. Ну что ж, готов, Луфи Зоро. Самый сильный дуэт One Piece. Сейчас посмотрим, кто кого. Вы для нас мы будете не дальше. Луфи Зоро, дорастайте. Качайтесь. Ну все, мы прошли этот уровень. Да, опять серия была недолгая, но что поделать, такие пока что уровни. Потом опять будут такие сложные уровни, поэтому не переживайте, вы еще увидите.
снова я хочу сказать спасибо всем, кто смотрел данное видео вместе со мной. Напоминаю, с вами был Стоп, Принц, по-моему. Робин и Бэтмен. Кстати, да, нифига себе, у нас команда. Почти что. До новых встреч на канале. Пока.